Так, ну что, хомячки, привет. Именно так ведет себя начинающий криптотрейдер и инвестор, как мы сейчас посмотрели в видео. Я думаю, многие узнал так или иначе себя в какие-то моменты потому что когда мы видим такой жесткий слив биткоина, как сейчас, конечно, рука тянется продать. И не только биткоины, и альткоины тоже. И в целом думаешь, что за скам. Но, как мы с вами знаем, именно так и происходит перераспределение от слабых круг к сильным. Поэтому давайте разбираться, отдаляться и смотреть, что же это у нас такое произошло. И на часовом таймфрейме мы с вами увидим прекрасно, что ничего сверхъестественного-то и не произошло многие говорят сейчас, что мы пробили структуру, то рассматривал это в виде вот такого вот клина, что мы сейчас пробили ее вниз, отретестили и все, и типа это тузы дно. Но на самом-то деле Нифига, это не факт. Потому что, смотрите, мы находимся объективно с вами вот в таком вот восходящем канале. И прямо сейчас тремся у его нижней границы. И если отдалиться на четырёхчасовик, то мы видим, что по индикаторам, по тому же сайферу, мы снова пришли в глубокую перепроданность, из которой логично было бы, конечно, отскочить. Но если вы посмотрите внимательно, у нас перепроданность более глубокая, чем в предыдущие разы. Скорее вот какая-то такая, что является тоже хорошим сигналом, потому что мы можем увидеть, допустим, ложный прокол из этого канала, но в какой-то момент -то мы Отскочим локально, среднесрочно, краткосрочно. И пойдем скорее всего тестировать и восходящий канал. И как мы уже посмотрели с вами из мемного видео в начале ролика, что в такие моменты слабые руки продают и биткоин начинает разворачиваться. Вы скажете, наверное, ну это же медвежий флаг, Гринни. Посмотри, у нас вот тут был медвежий флаг, мы пробились вниз. Вот тут был тоже, можно сказать, медвежий флаг, мы пробились вниз. Но отдаляясь на дневку, я думаю, вы со мной согласитесь, что у нас и тут был медвежий флаг, и мы пробились наверх, причем очень сильно. И вот тут у нас тоже был, в принципе, медвежий флаг, и мы пробились наверх. Поэтому это еще ничего не значит, все эти фигуры теханализа. Это бабка надвое сказала. А вот если мы попробуем вычислить с вами среднее значение цены биткоина за прошедший год, а точнее уже почти за два года, то я думаю, вы согласитесь, что это уровень приблизительно 30-40 тысяч по биткоину. У нас были экстремумы в виде 64-69 тысяч и также экстремум в виде 17-20 тысяч внизу. И сетка EMA Ribbon тому подтверждение на недельном таймфрейме. Вот, как вы можете видеть, она тоже находится примерно на средних значениях. То есть мы уходили сильно выше нее, сейчас мы упали сильно ниже нее, и по закону тяготения в какой-то момент мы вернемся выше нее обязательно. Так что сейчас, на мой взгляд, нужно думать только о том, как накапливать позицию, поскольку крупный игрок на падении, когда вы распродаетесь, он у вас все это дело покупает. Он не хочет покупать по маркету, чтобы не пампить цену сам, а подождать пока ее запампят другие. Он хочет дампить по маркету, чтобы закупиться дешевле. Поэтому ничего вам не мешает хеджироваться шортами, если вы такие молодцы. Мы в целом накапливать на спот. Как правильно пишут у нас в чатике, кстати, ребята. Обязательно подпишитесь к нам в чатик, CryptoCommons. Часть ребята шортят активно и докупают на спот и им за это респект. Ну что у нас получается локально по битку? Вернувшись на дневку, у нас тут с вами бесспорно было нисходящее сопротивление, которое начиналось от 48 тысяч с апреля месяца, и мы его пробили вот здесь, вот, и закрепились на нем как на поддержке. С тех пор мы ниже не ушли. Мы не пробили вот этот вот лоу и все еще сохраняем краткосрочный аптренд на дневном таймфрейме. Также у нас есть более глобальное сопротивление которое мы пока еще с вами не пробили. Если провести линию с All Time High вот до сюда, то уже о полноценном сигнале на разворот можно будет говорить, когда мы пробьем это сопротивление. Что это за ценовое значение, будет зависеть от того, когда мы его пробьем. Но вот, грубо говоря, если мы его пробьем до сентября, то это будет уровень примерно 26 тысяч долларов по биткоину. Подтверждающий уровень, скажем, того, что это будет слом тренда и разворот. Вот. Если мы его пробьем раньше, то, соответственно, оно выше. Это 27-28 тысяч долларов по биткоину. Если позже, то это будет уже там 24 тысячи долларов. Надо понимать, что мы в какой-то момент обязательно его пробьем, потому что это рынок, он работает именно так. Тем более ничего сейчас так сильно не валится как крипторынок. Я думаю, вы это сами видите. И всех пугают сейчас коррекции там на 20-30% на процентов по некоторым монетам. Но вы, наверное, забываете, что это обычная практика. Вот у нас даже по битку были коррекции здесь на 15% процентов внутри этого канала. По многим альтам также на 20-30%. На это просто называется красный день календаря. При этом на Market Cypher у нас с вами только-только денежный поток Money Flow выходит в зеленую зону. Как вы можете видеть, прекрасно. Поэтому я лично считаю, что это не что иное, как медвежья ловушка и сбор ликвидности перед настоящим уже отскоком, которого еще не было вообще с 69 тысяч ни разу. В позавчерашнем видео мы, кстати, рассматривали с вами варианты коррекций, локальных коррекций по биткоину. И как вы можете видеть, мы сейчас отскакиваем точно от 0.5 уровня. Но в худшем сценарии, сохраняя аптренд, мы можем также опуститься и на 61 уровень. Это 20 500 примерно по биткоину и отскочить от него. И это все еще не разломает нам макро-аптренд, потому что у нас будет вот такой повышающийся минимум. Но это сломает, конечно, вот эту локальную картину с повышающимся минимумом вот здесь. То есть вот этот минимум уже сломлен, соответственно, мы входим в стадию консолидации некой перед пробоем. Либо будет V-образное восстановление, я не знаю. Может быть мы уйдем еще ниже, но потом по-любому отскочим. Давайте посмотрим, что у нас с умными лонгами на битфейниксе. А умные лонги, как мы можем видеть, все еще находятся на практически абсолютном all-time high. Немного разгрузились они вот здесь вот вместе с тем, как цена шла наверх. Обратите внимание, абсолютно четко работает корреляция. Умные лонги догружаются, пока идет падение, и разгружаются, когда идет рост. Но нельзя сказать, что они здесь сильно разгрузились. Мы еще не видим даже такого, как было по эфиру, скажем. Эфир там уже разгрузились почти полностью. Соответственно, вот они снова начинают набирать на этом падении. И не пахло тут еще никаким серьезным тейк-профитом как это было, скажем, в прошлый раз вот здесь, когда умные лонги разгрузились уже практически полностью до тех значений, откуда они набирались. И цена тоже уже была, как вы можете видеть, практически на историческом максимуме. Поэтому здесь стоит ожидать какой-то вот такой вот конвергенции. Даже если мы прольемся еще ниже, то они будут догружаться еще больше. Но в целом нас ждет вот такая вот волна сближения этих двух линий на мой взгляд, опять же. Ну и у нас очень много бычьих метрик, ребята. Он чейн. Анализ говорит нам о том, что мы уже оттолкнулись от дна. Посмотрите, Puel Multiple показывает, что мы оттолкнулись от глобального дна еще ни разу этот индикатор не ошибался. И вот сейчас мы закрепляемся как на поддержке на этой зеленой зоне. Это очень бычий сигнал. По MVRV Z-Score то же самое. Посмотрите, мы выходим из зоны глубокого накопления и достаточно уверенно выходим. Посмотрите, как в прошлые разы. И цена коснулась реализованной капитализации. Даже ушла ниже и сейчас выходит из-под нее. Индикатор резерв риска тоже просто кричит о том, что риск сейчас минимальный для входа в рынок. Смотрите, мы на таких значениях по нему вообще были всего один раз в конце медвежьего рынка 2015 года, уже практически перед самым началом бычьей фазы. Поэтому... Ребята, не забывайте о главном, что мы здесь в долгу. Поспекулировать, конечно, на фьючах это все хорошо, но самое главное – это накапливать на спот в долгосрок позицию до следующих циклов. А эта свеча недельная, смотрите, она сейчас красная, она за выходные может еще измениться и стать зеленой. А может не измениться, может будет дамп куда-нибудь на ретест уровня там в 20 тысяч долларов. Но в целом, я думаю, что тут очевиден приоритет, ребята, по биткоину. Даже если он свалится еще ниже. Вы знаете, что делать, друзья мои. Накапливать, накапливать и еще раз накапливать. Вот такие сегодня мысли. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк обязательно, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы зашли первый раз. Всем удачи в торговле, профитролей и хорошего настроения. До следующей встречи. Пока.